А Франция бастует и испытывает на прочность Эммануэля Макрона. В стране масштабная стачка госслужащих. Что творится на улицах и чем недовольны протестующие, узнаем от Татьяны Лагуновой. Париж, Лион, Марсель, разные города. Картинка оттуда сегодня одна. Массовые демонстрации. Госслужащие Франции вышли на общенациональную акцию протеста. Бастуют сотрудники больниц, школ, университетов, правоохранительных органов, аэропортов и многих других учреждений и организаций. Кажется, намного легче перечислить тех, кто сегодня вышел на работу. Бастовать своих членов призвали все 9 профсоюзов государственных служащих страны. А это без малого 5,5 миллионов человек. Такой масштабной стачки в истории Франции не было последние 10 лет. Госслужащие недовольны реформами, которые внедряет президент Эммануэль Макрон. Чтобы оздоровить французскую экономику и сократить дефицит бюджета, он предложил в течение 5 лет сократить 120 тысяч рабочих мест в госсекторе и заморозить зарплаты. Эта стратегия жесткой экономии в итоге поставит под вопрос само существование государственной службы. Он не хочет увеличивать зарплаты госслужащих, но в то же время хочет снизить налог на богатство. Да он просто президент богатых людей. Сам Макрон акцию протеста пока не прокомментировал. Сегодня он в Германии вместе с Ангелой Меркель готовится открывать франкфуртскую книжную ярмарку. Госслужащие тем временем планируют следующую стачку в ноябре. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».